каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. Утверждена республиканская комплексная программа развития малых сел Республики Тыван на 2018-2022 годы. Проект был рассмотрен на заседании правительства дважды и принят 27 марта. В программе участвуют 66 сельских поселений с численностью до 1000 человек, в том числе 14 из них находятся на границе с Монголией. Поставлены две основные цели – это сохранение и развитие приграничных малых сел, а также создание условий для их экономического развития. Министерство экономики Тувы выступает координатором программы, а соисполнителями – все отраслевые министерства республики. Меры на развитие малых сел сгруппированы по направлениям – создание условий для экономического развития и повышение уровня занятости населения малых сел, привлечение и закрепление кадров, улучшение состояния объектов инженерной инфраструктуры, в том числе и строительство 11 водоколонок, обеспечение доступа к интернет 14 малых сел, ремонт автомобильных дорог, реализация социальных проектов. Ресурсное обеспечение программы сформировано за счет средств действующих двух государственных программ Российской Федерации и семи государственных программ Республики Тыва. За все 5 лет действия программы на реализацию экономических проектов будет направлено 7% от общего объема финансирования, на инженерные коммуникации 17%, на социальную сферу 76%. Кроме того, для приграничных сел будет оказана адресная поддержка по повышению комфортности проживания. Накануне на аппаратном совещании в правительстве республики обсудили текущую ситуацию с подтоплениями домов талыми водами в Кызыле и поселке Кахим Кызылского района, а также меры устранения последствий ЧС. Так, в ходе заседания было принято решение создать волонтерский штаб по оказанию помощи пострадавшим от подтопления домов, который возглавил вице-премьер Анатолий Домбахорок. По данным Главного управления регионального МЧС, Кызылское городское звено функционирует в режиме повышенная готовность, муниципальное – в режиме чрезвычайной ситуации. Проведено оповещение населения. Основное внимание уделено обеспечению безопасности населения. На местах дежурят спасатели Тувинского поисково-спасательного отряда, службы ГУЧС, на месте работают пожарные. Развернут пункт временного размещения в Доме культуры имени Салана Базырола, где размещено 9 человек. Всего привлечено на работы 59 человек и 51 единица техники. В минувшие дни полиция Кызыла организовала профилактическую акцию по предотвращению сбыта и приобретения краденого имущества. В первую очередь стражи порядка посетили точки городских ломбардов и комиссионных магазинов. Полицейские вручили сотрудникам специальные памятки с предостережением о возможном наступлении уголовной ответственности за прием от граждан имущества, заведомо добытого преступным путем. Получение похищенного имущества может наступить уголовная ответственность. Так, в рамках профилактической акции полицейские обошли практически все точки сбыта и продажи техники и ценных вещей в городе. Уважаемые граждане, в связи с участившимися случаями сбыта похищенного имущества в точках, осуществляющих краткосрочные займы, под залог имущества, хранение и реализацию вещей, а также сбыта краденого в оживленных торговых местах, сегодня мы обращаемся к вам с просьбой не покупать вещи, сотовые телефоны, бытовую технику, электронику, ювелирные изделия с рук, гонясь за заниженной ценой. Вы, возможно, приобретете вещи, добытые преступным путем, которые были получены в результате кражи, грабежа. Покупая с рук вещи, вы невольно можете стать причастными к совершенному преступлению и способствовать продолжению преступной деятельности. Отмечается, что за 2 месяца текущего года в управлении МВД Кызыла возбуждено 9 уголовных дел по фактам приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 2 лет. Министерство труда и социальной политики Тувы объявило конкурс среди социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления в 2018 году субсидий за счет республиканского бюджета. Участниками конкурса могут быть и некоммерческие организации, зарегистрированные в установленном федеральным законодательством порядке. Заявки принимаются с 29 марта по 30 апреля. И о курсах валют: доллар стоит 57 рублей 28 копеек, евро 70 рублей 60 копеек. По
Пора менять моторное масло? Заезжай к нам! Огромный выбор автомасел для всех видов транспорта. От синтетических до минеральных. Возможность покупки масел на разлив. Наличный и безналичный расчет. Пушкина 67. 8-983-515-302. Еженедельная газета «Тува ТВ» – это всегда свежая и актуальная информация. Программа передач на неделю, тибетские и астрологические гороскопы, множество рубрик на различные темы, все для досуга и развлечений и огромное количество объявлений. Рынок республики в еженедельнике «Тува ТВ». Если объявление, то «Тува ТВ». Кызылское президентское кадетское училище объявляет о проведении Дней открытых дверей 7 апреля для жителей города Кызыла, 15 апреля для жителей районов Тувы и других регионов России. Допуск на территорию училища будет организован в соответствии с графиком исключительно по документам, удостоверяющим личность. Дети в возрасте до 14 лет пропускаются на территорию училища в сопровождении взрослых. После 14 лет пропуск по документам, удостоверяющим личность. С 7 апреля в Туве пройдет первый республиканский форум общественного здоровья. Участие в нем примут общественные организации республики. В практической части форума на 16 панельных площадках по разным направлениям профилактики неинфекционных заболеваний будут проводиться мастер-классы ведущими врачами-специалистами. В рамках форума впервые в республике возьмет старт эстетическая косметология, психологический мастер-класс и восточные практики. Первый республиканский форум общественного здоровья организован для максимального информирования населения о мерах профилактики неинфекционных заболеваний и формирования культуры здоровья-сбережения среди населения республики для достижения увеличения продолжительности жизни населения. Началось голосование за финалисток национального конкурса красоты «Мисс Россия», в котором участвует представительница Тувы Норгянма Мангуш. Отдать свой голос за землячку можно до 14 апреля. Официальное голосование на сайте missrussia.ru уже началось. Также оно проходит на портале woman.ru. Чтобы поддержать землячку на всероссийском конкурсе красоты, нужно зайти на сайт и зарегистрироваться через социальные сети. Отметим, что голосовать можно каждый день. На данный момент 20-летняя Норгянма Мангуш занимает первое место с более 10 тысячами голосами. Тувинские сумоисты завоевали путевки на чемпионат Европы в Болгарии. В городе Дзержинск Нижегородской области прошли первенство и чемпионат России по сумо, где приняли участие 22 сборные команды сильнейших сумоистов России, среди которых чемпионы и призеры Европы и мира. В первенстве среди юниоров до 22 лет в весе 60 килограммов первое место занял Арат Мангуш, представлявший Республику Бурятия. Третьи места в этой весовой категории завоевали спортсмены из Тувы Кандемир Новожаб и Аян Нол Болотол. В весе 70 килограммов третье место занял Бямбас Санчат. В весе 85 килограммов первое место завоевал студент Кызылского педколледжа Субудай Шойдун. Второе место у студента Кызылского техникума экономики и права Артыша Оржака. В весовой категории до 100 килограммов в бронзовые призеры пробились Аврал Домбаны и Кежик Болотол. В самой тяжелой весовой категории свыше 115 килограммов юниор Айдаш Данзабилек занял второе место. Он получил серебряную медаль в абсолютном первенстве. Юниоры Тувы до 22 лет стали победителями в командном первенстве. Второе место у юниоров Москвы. Третье – у сборной Бурятии. В первенстве среди юниоров до 24 лет в весе 70 килограммов победителем стал Бямба Санчат. В весовой категории 75 килограммов звание победителя уверенно завоевал Аржан Ондар. В весе 85 килограммов призерами стали студент педколледжа Субудай Шойдун первое место и студенты Артыш Оржак и Роберт Сад, занявшие третье места. В общекомандном зачете Тува заняла третье место, пропустив вперед команды Москвы и Республики Северная Осетия Алания. По итогам первенства и чемпионата в копилку сборной Тувы завоеваны 9 золотых, 6 серебряных и 12 бронзовых наград.
Радиостанция «Голос Азии» запустила очередной радиоквест «Замес майонез». Теперь участники квеста будут сражаться в смекалке за подарки от магазина «Химтоп» на «Юна Курседе» 103-1. Для участников они приготовили безопасную линию натуральных средств для стирки белья, посуды и не только. И, как всегда, его получит тот, кто первым найдет. Сегодня ведущие спрятали концентрированный кондиционер для белья. Но чтобы получить подарки, слушатели должны разгадать загадку. С помощью нее становится ясно, где в Кызыле ведущие спрятали приз. Побеждает тот, кто угадает это место и приедет туда первым. Замес майонез. Ага, мы вас поздравляем. Вот ваш подарок. Радио будет разыгрывать подарки от магазина «Химтоп» на «Юна Курседе» 103-1 всю неделю. Играйте вместе с радио «Голос Азии» каждый день по будням с 13 до 14 часов. В ближайшие сутки по республике ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой и умеренный снег. В Кызыле погода облачная с прояснениями, небольшой снег. Температура воздуха ночью минус 6, минус 8 градусов, днем 0, плюс 2.